Данное видео является блиц-ответами на частые вопросы. Папочку с этими частыми вопросами вы можете увидеть здесь. Полные ответы на интересующиеся вас вопросы вы можете посмотреть на моем канале в любой из папочек, относящихся к урокам по авторемонту. Уроки совершенно бесплатные. Подписывайтесь на канал, участвуйтесь в конкурсах и просто отдыхайте. Приятного всем просмотра. Итак, вопрос. Один из самых популярных вопросов: как отрегулировать пистолет? Продуваем вот эту дырочку, ну, помыли пистолет. Закручиваем, кто не на опыте, закручиваем полностью иглу. Закручиваем полностью факел. Выставили давление по вашему пистолету, какое у вас должно быть. Я на слух буду. Открываем чуть-чуть факел и начинаем приоткрывать подачу материала. Видите, материал начал подаваться, но подается медленно. Открываем больше. У вас точка, но точка течет. Для этого открываем факел, чтобы у вас пошел разгиб. Как видите, начинает больше факел. Открываем еще факел. Факел увеличивается, но материала мало. Добавляем материала. Материал. Уже видите, больше материала, да? И чуть-чуть приоткрываем факел. То есть все опытным путем. Нам не хватает воздуха, не раздувает. Чуть-чуть откручиваем воздух. Итак, мы отрегулировали факел. То есть у вас должно прокрашивать факел сразу. Сильно большой не делайте. Вот, достаточно на вашу ладонь. То есть у вас не должно быть здесь точки и здесь. Факел должен быть сплошной. Вот такой. Как бы вот так. То есть закручиваем все и потихонечку начинаем все откручивать. Подачу, начиная с подачи, краска пошла, откручиваем факел. Ну и как-то так, путем опыта, то есть вы уже отрегулируете пистолет под себя, ничего тут сложного. Главное, чтобы факел у вас полностью прокрашивался, не снизу сверху, а полностью. И факел был как бы ровный. Ну, в принципе, тут все, ничего хитрого больше.